Решение УЕФА о дисквалификации «Динамо» на один еврокубковый сезон, пожалуй, самый громкий тревожный звонок для всего нашего футбола. Более того, арбитражная палата пришла к выводу, что клуб в будущем ждут еще более тяжелые времена. Бело-голубых обвинили в превышении стоимости контракта и беспрецедентной доли зарплат футболистов в бюджете клуба. Решение об исключении «Динамо» из еврокубков приняла арбитражная палата инспекции по финансовому контролю клубов УЕФА. «Динамо» было наказано по всей строгости, исключением из еврокубков на один год и символическим штрафом в размере 3000 евро в качестве издержек за процесс. Место в Лиге Европы должен занять «Казанский Рубин». В московском клубе заявили, что не намерены подавать апелляцию на решение европейских футбольных чиновников.